Меня удивляет такая ситуация, что ни в Амдинском, ни в Анабарском, ни в Булунском улусе, ни в Оленёкском, Среднеколымском, Чурапчинском и Верно-Батандайских улусах не поступило ни одного заявления. Или принято по одному заявлению. Поэтому вот я все-таки попросила бы сегодня заслушать Спаневич именно все органы местного самоуправления, в которых у нас, ну будем говорить, на сегодня критическая ситуация. Мы не должны допустить, чтобы федеральные средства, ту федеральную помощь, которую мы получили, мы сейчас так бездарно обратно должны возвратить в федеральный бюджет.